Вашему вниманию я хотел бы представить некие свои размышления по поводу того, каким образом можно инструментарий методологии истории понятий применять в рамках конкретных исторических исследований. В данном случае в поле моего зрения попали два сюжета. Это вопросы, связанные с подготовкой, разработкой решения крепостного вопроса. И в ходе работы над этими сюжетами выяснилось, что, в общем-то, принципиально важно понять на то, на каком языке говорят наши герои. И очевидно становится, что история общественного сознания, история общественных настроений – это несколько больше, нежели тексты великих авторов, да, это несколько больше, чем мы можем найти там у Спиранского, Новосильцева и так далее, героев моей эпохи. И оказалось очень важным, принципиально важным обозначить методологические рамки предстоящего исследования. И, на мой взгляд, вот при таком подходе, попытке понять язык и намерения тех героев, которых мы изучаем, использовать принцип деятельности вербализации. То есть этот принцип подразумевает, что мы намеренно обращаем внимание на те тексты, которые обращены с какой-либо целью, определенной целью к аудитории. Причем не важно, насколько широка эта аудитория. Да, здесь важен сам факт обращения и, на мой взгляд, очень важен еще и факт масштабирования этого обращения. Но в моем случае это комплекс источников, связанный с разного рода прошениями, жалобами как дворян, так и крестьян, а также комплекс документов, освещающий процесс рассмотрения жалоб. Я взял достаточно небольшой сюжет, связанный с попытками реализации указа о вольных хлебопашцах 1803 года, 20 февраля 1803 года. Я напомню, что по этому указу помещик мог освободить крестьянина с землей за выкуп и целое население. Так вот, выясняется, что и для крестьян, и для помещиков принципиально важным становится отстаивание своей позиции в спорах с властью, в спорах с помещиком. И очень важным понятием являются два понятия: свобода и понятие согласия. И в этом смысле мы знаем, что сам указ не имел большого значения, но он позволяет нам как раз вот это вот то, о чем сегодня уже говорили, понять, каким образом вот эти два понятия являются факторами дальнейших дискуссий, продолжения дискуссий. И как они формируют некий социальный опыт. Да? То есть, посмотрите, в ходе вот этих конфликтных ситуаций между помещиками и крестьянами порождался комплекс дискуссионных практик о соотношении понятий свободы и справедливость, о том, что должно быть выше дух или буква закона, что такое согласие и зачем оно в принципе нужно, когда мы имеем дело с субъектами, не равно расположенные в правовом пространстве. Да? И принципиально интересным становится то, каким образом это аргументировалось именно в ходе конфликтных ситуаций. Ведь конфликт как таковой – это ситуация, когда каждая из сторон стремится отстаивать свои интересы. Я взял, и в тексте вы это видели, два небольших кейса. Это и на их примере пытаюсь показать, как это работает, как работает предложенный подход к изучению истории понятий. Первый сюжет, очень коротко его обрисую, смысл. Это прошение, точнее жалоба некого гвардии поручика Петра Рассловлева, который, заключив своими крестьянами договор в 1810 году, позднее отказывается выполнять, он отказывается отпускать своих крестьян на волю. Крестьяне подают на него жалобу за неисполнение договора. Помещик
говорит, что поскольку процедуру он не завершил и императору прошение не подал, следовательно, он свободен от обязательств. И вот в этот момент появляется вот тот самый диалог между помещиками и крестьянами, посредниками, в котором становятся чиновники. Таким образом, вот этот конфликт, вот это размышление на том, о том, что такое свобода и почему принципиально важно согласие всех сторон, этот диалог начинает масштабироваться, к нему подключаются члены Государственного совета, Сената, министр внутренних дел. И в итоге вот эта дискуссия о согласии и его значении в решении крепостного вопроса становится очень показательным для понимания вообще основных подходов к решению важнейших социальных проблем в начале 19 века. Вырабатывается несколько трактовок понятия согласия и понятия свободы. Смотрите, по этим конкретным делам, да, по ряду конкретных дел, было принято решение, что если помещик отказывается, то тогда его нужно принудить к согласию. Формируется концепция принуждения к согласию даже без участия помещика. То есть функцию помещика может исполнить предводитель дворянства. То есть помещик в данном случае, если он не согласен, но при этом он однажды подписал договор, устраняется из этой процедуры. Более того, даже раздел земли происходит без участия помещика. Это один вариант трактовки того, что юридическое согласие и взаимное согласие принципиально важнее того, что человек может отказаться или передумать исполнять тот или иной договор. Что еще важно? В ходе вот этой дискуссии о возможности помещика отказаться и о значении согласия при достижении вот таких важных, причин таких важных социальных вопросов, возникает дискуссия о том, что важнее, дух закона или буква закона. Да? И вот эта формально-юридическая концепция предполагает, что возможно два варианта. Одни из них, ну, в частности, министр юстиции, да, пишет о том, что важно соблюдение буквы закона, и тогда совершенно не важно, да, что там требуют крестьяне, процедура не завершена, поэтому согласие не достигнуто, поэтому свобода недостижима в данном случае для крестьян. Вторая позиция, министр просвещения Заводовский ее отстаивал, он писал о том, что важнее дух закона, нежели буква, поскольку намерение понятное, понятно и отчетливо выражена воля и той, и другой стороны. И в этом смысле формируется концепция приоритетного значения согласия. Согласие как основного инструмента при разрешении конфликтов и споров. Ну и третья позиция, это позиция Чарторийского, который вообще говорит о том, что важно публичное провозглашение. То есть важен сам факт объявления свободы, публичного провозглашения свободы, и уже совершенно не важно, завершена юридическая процедура. Таким образом, понятно, что я максимально пытаюсь выдержать регламент, сокращаюсь, но здесь принципиально важно отметить несколько моментов. Таким образом, мы видим, что в условиях, когда политический словарь еще не сформирован до конца, формируются вот такие принципиально важные концепты, которые позволяют выстраивать диалог между различными по своему социальному статусу, юридическому статусу, по своему материальному положению и целям, собственно говоря, в этом конфликте сторон. И одним из таких
концепта становится понятие согласия, которое вплетается, да, становится частью более широкого понятия дворянская честь, с одной стороны. С другой стороны, оно становится принципиально важным концептом для формирования двух линий поведения властных структур. Таким образом, вот этот концепт согласия, он формирует определенную модель поведения. Формируются две позиции. Первая – это вот концепция допустимости внешнего принуждения к согласию. И второй вариант – это согласие, которое приводит к свободе по монаршему волеизъявлению или по монаршему соизволению. Таким образом, через вот эти понятия согласия, через понятие свобода в рамках вот этих споров, в рамках конфликтных ситуаций, мы можем увидеть, каким образом происходило осмысление проблемы крепостного права. И в этом смысле, на мой взгляд, один из перспективных сюжетов вообще изучения истории понятий, истории общественного мысли, истории общественной мысли, это изучение ее не через тексты идеологов, да, а через вот такие конфликтные ситуации, ситуации противостояния, ситуации, когда участники и участники, противостоящие друг другу, вынуждены четко формулировать и убеждать друг друга в своей, скажем так, справедливости, в своей правоте. Ну вот, пожалуй, на этом я закончу, несколько даже сократив время для обсуждения, точнее, расширив время для обсуждения. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, я с большим удовольствием отвечу. Николай, у вас нет звука. Да, спасибо большое, Дмитрий. Да, спасибо. И что, так сказать, вы уложились тоже. Спасибо большое вам. Спасибо. Я думаю, что у нас будет время на дискуссию после трех докладов. Поэтому я предлагаю сейчас не задавать специально вопросов, а вы сформулируете для себя вопросы, и после трех докладов и после моего короткого комментария мы можем тогда спокойно обсудить все доклады. Спасибо вам большое еще раз за... Спасибо.